Но я хочу сказать, что казахша Википедия это очень нами ожидаемый, нужный проект. К сожалению, вот мы поднимали в парламенте эту информацию, значит, информации на казахском языке в Википедии очень мало, если сравнить, значит, с русским языком в 100 раз меньше получается. У нас всего лишь на начало года было 7 тысяч статей на русском языке, более 700 тысяч статей на английском языке, вот мы слышим, более 3 миллионов статей. И реализация крупнейших проектов в индустриальной инновационной сфере предполагает в первую очередь не наличие оборудования, технологий, инвестиций, а грамотного населения, кто эти может технологии использовать. И в этом отношении это очень актуальный для нас вопрос. После того, как мы в парламенте этот вопрос подняли, правительство оказывает поддержку, и очень важно, что сегодня этим вопросом занимается общественное объединение Викиблем, созданное специально, которое будет эти вопросы систематизировать, организовывать, потому что этот энциклопедия делается населением самостоятельно. Все вместе участвуем в создании этой энциклопедии. И очень важно создать правильные правила игры, сделать качественный ресурс, сделать так, чтобы на самом деле те знания, которые там расположены, они могли быть качественно использованы. Сегодня во всем мире побеждают не те, кто создают только сами знания, а те, кто имеет возможность организовать доступ знаний для своего населения. Вот когда мы сделаем доступ к знаниям, мы тогда сможем крупные свои проекты реализовать. И в этом отношении я хочу пожелать успех. Мы продолжим работу в дальнейшем в рамках этого общественного объединения не только над, значит, заполнением энциклопедии до 200 тысяч статей до конца года. Еще важный момент. Мы должны отрегулировать законодательные нормы. Как вы знаете, в парламенте сейчас рассматривается законодательство, которое предполагает изменения внести по авторским правам в интернете. И в данном отношении, конечно, мы знаем, что Википедия использует Creative Commons, и мы должны адаптировать теперь это законодательство, потому что в дальнейшем, чтобы не возникало проблем с авторами, с открытым доступом к этой информации. Очень важно, что есть понятие общественного достояния. У нас такой же проект есть в Мадинимура, да? Мы сегодня многие проекты, которые в Мадинимура, то, что у нас в библиотеках, в энциклопедии, то, что у нас создаются учебные заведения, должны разместить в Википедии. Работа большая, планов много.